Салем, достар! Бул каштанов. Минен каштанов реакшн арнама кош кельдиниздер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Казах из Астаны отвечает правильно на все вопросы за бабосы». Ребята, судя по названию этого ролика, видео обещает быть очень интересным, поэтому без лишних слов приступаем. Конечно же, всем копрахмет, кто подписывается на канал. Также, конечно же, подписывайтесь на мой Бусти, там мы смотрим «Игру престолов», различные другие сериалы и полнометражные фильмы. Но «Игра престолов» — это, конечно же, прямо топ, там у нас идут прямые эфиры, так что рекомендую всем подписаться, там очень круто и интересно. Так, ну что, давайте, меньше слов, больше дела. Ехала. Кетк. На чем барон Мюнхгаузен летит над неприятельским лагерем? Так, ребят, знаете, как сейчас будем делать? Ведущие задают вопросы, я постараюсь на них ответить, а потом уже казах будет отвечать правильно, да, ну, судя по названию видео. Так, на чем барон Мюнхгаузен летит? На ядре пушечном. Полагаю, на ядре, на пушечном. Ну правильно же. Таких умных людей никогда не было у меня в передаче. Махунга! Это передача «Вопросы за бабосы». Рядом со мной стоит человек по имени Адиль. Все верно. И мы будем сейчас играть в эту передачу. Что-нибудь о себе расскажи, пока я ищу вопросы. Так. Здравствуйте. Я не знаю, как мы будем работать, поэтому давай дистанцию держим. Ага. Вот так. Ну, в общем-то, приехал сюда около месяца назад поступать в театральный. Пока все вроде нормально. На третий тур прошел. Отлично. Еще где-то прошел. Ну, в общем, в две мастерские. А приехал куда, интересно? Это вторая в России? Попытка, уже второй год. Надеюсь, все будет более-менее нормально. Блин, вот. Целеустремленный. Сколько годиков? 20. Я поступал первый раз, мне было 17. Потом я поступал в 18. И все, я забил. А до какого тура доходили мы? До третьего. Кайф. Да, было в моей жизни такое. Вопрос. Какая фамилия была у знахаря в рассказе Чехова «Лошадиная фамилия»? Вообще не знаю, ребят. Овсов, может быть. Лошадиная фамилия, да? Блин. Я играл Овсова. Это логика. Я же в итоге учился на театральном. Это логика. И у нас была такая движуха, что каждый ученик должен быть и как актер, и как режиссер. Каждый из нас каждый год должен был дипломную выпустить что-то. И я был актером у режиссера там девчонки. Она лошадиную фамилию лубасила, и у меня зуб болел, типа, короче, там я там орал, стонал, скулил, представляешь. Поэтому я этот вопрос и выбрал сегодня. Ну, типа, я в материале, короче. То есть я тоже знал ответ, прикинь. А ты откуда знаешь? Бабушка рекомендовала как-то, вот я и прочитал. Ты гений. За каждый нормально. Правильный ответ Адиль получает 200 рублей. Неплохо. Ответь за 15 секунд. 11 в квадрате. Раз. 121. Блять, я хотел сказать 44. В копильке у Адиля 400 рублей. А я бы не ответил бы на этот вопрос, будь я на твоем месте. Так, ребят, из тех, кто смотрит, кто-нибудь ответил на этот вопрос так же быстро? 11 в квадрате, почему-то у меня сразу первые мысли — это 44, а это 121. Охренеть. Тебе в 20 лет. Ну что ж, все мы разные. Кстати, а может быть и ответил? Конечно бы ответил. Да ладно. А 12 — 144? Да. А 13 — 169? Это тоже правильно. Кто здесь вообще? Конечно бы ответил. Так, столица какого государства город Дублин? Ну, это европейское государство, да? Не могу сказать. Это Ирландия. Ты заметь, я буду это видео монтировать. Если ты подглядываешь вот так вот в телефон, при монтаже все это увидят. Хорошо. Откуда ты знаешь ответы? Из школы, наверное. Ирландия? Так, ребят, ну честно, ну кто из тех, кто смотрит эту реакцию, правильно ответил на этот вопрос?
Дублин, Ирландия. Ну, понятно, что это что-то европейское, но что, прямо Ирландия? Вообще невероятно, ребят. Напишите потом в комментариях, кто насколько правильно ответил вопросов. Дублин, Ирландия. Ирландия? Ирландия. Это правильный ответ. На это чем в Питере они. Барон Мюнхгаузен летит над неприятельским лагерем. Ну, это ядро. Полагаю, это на ядре, на пушечном. Таких умных людей никогда не было у меня в передаче. Давай для прикола мы изменим концепт этой передачи. Я задам тебе все вопросы, которые я подготовил сегодня. Можно. Ты будешь один в шоу. Почему нет? Типа самый умный человек. Давай. Самый умный казах. Ну и если ты ответишь на все вопросы, правильно, прям на все, то ты получишь, я скажу сейчас, типа 10 тысяч рублей. Ну ты хрен получишь, конечно. У меня нету. Я снял только, знаешь, сколько? 2 300. Не, ну это ты мало. Получишь 2 300, все, что у меня есть. Хорошо. А им мы скажем, типа... Это мало, но, с другой стороны, если это все, что у него есть, то это много, потому что он отдает все. 15 тысяч! Ты такой, о, нет, нет, давай. 15 тысяч! 15? Нет, блин, брат, ты поступаешь в театральную академию. Да. Ты должен отыграть как надо. Осталось 10 вопросов. Ответив на 10 вопросов, ты получишь, ну, десятку. Сколько? Сколько? Десятку! Сколько? Десятку? Рублей. Давай, давай, короче, соглашайся. Ладно. Ты получишь, ну, десятку. Солидно. Хорошая сумма. Когда экзамен? Завтра. Ага. Ну а если ты хотя бы где-нибудь сделаешь ошибку, то ты вообще ничего не получишь. Кайф. Вот это уже был ты, да? Да. Как звали? Бездомного пса, ставшего человеком в повести Булгакова. Шарик. А фамилия у него стала Шариков. Преображенский ему дал кличку Шарик, впоследствии ставший полиграф-полиграф, чем он сам себе это имя избрал. Сколько там я, десятку или пятнашку говорил? Десятку. А, или ребят, все, ну... ближе к десятке. Ну и то там 300 рублей. Фейспалм, да ну нафиг. Точно же, полиграф, полиграфович. Шариков. А почему я сказал Шариков? Ну, потому что Шарик, да, Шариков. Да. Казах меня уделывает просто по всем фронтам практически. Тебе еще на бензик надо, понимаешь? Хорош. Я сюда ехал, знаешь, блин, врубаешься, да? Поэтому, ну, двушка, если что, окей? Ну, пару косарей. Ну, норм. Так. Кем служил Герасим у старой барыни в Москве? Ну... Так, ну он же, по-моему, дворником был вроде бы. Поближе, поближе так, сюда, поближе это сюда. Это я читал достаточно давно. Это смешно. Может быть дворником. В каком романе главный герой князь Мышкин? Не Анна Каренина? Так, Мышкин, Мышкин, Мышкин. Идиот, Достоевский FM. Блин, ребят, я буду немножко самокритичен, но, по-моему, идиот здесь я в контексте этого опроса. Я, по-моему, всего лишь на два вопроса дал правильный ответ. Звали русского писателя, который написал пьесу «Чайка». Чехов Антон Павлович. Ну, видишь, это просто детский сад. Ну, какой реке сдал... Репин изобразил Бурлаков? Волга, ну. На Волге. Откуда ты приехал? Из Астаны. Mm-hmm. А Астана – это Казахстан? Да. Ты казах? Да. Офигеть! Прикинь, ты, короче, будешь моим первым корешем-казахом. Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутить питье. Вообще не знаю. Это... И кому? Волк сказал ягненку в басне Крылова Ивана. Как звали главного героя мистической повести Гоголя «Вий»? Так, Гоголя «Вий». Вакула? Нет? Не знаешь? Че? Не знаешь? Ну что-то надо сказать, пусть будет вакула, вакула. Кому принадлежат слова? Поближе сюда.
Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Блин, ну это что-то прям знакомое, но опять же, все где-то знаю, где-то слышал, но конкретики не могу сказать. Может быть, «Маленький принц» Экзюпери? Маяковский. А? Че, ошибся? Нет. По делам тебе. А, все-таки, ну ладно, че. Как звали дедушку? Все намного проще, да? Маяковский. Ветром не сдуло. Как звали девушку, в которую влюбился Дубровский? Не знаю, я не читал Дубровского. А я читал. Анна Каренина, что ли, получается? Неплохо, слушай, неплохо. Пушкин. Такая там уже. Эротика. В моментах. Ага. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но, по крайней мере, в этом... в кино так показывали, там они сами сосались. Маша Троекурова. Буду знать. А ты хотел поучаствовать, братишка? Да, мы можем побалакать что-нибудь просто. Сейчас мы закончим передачу, что-нибудь поснимаем, да? Да. Время есть. Эта передача подходит... А, надо же приз дать себе. Десятку, надеюсь, даст? Ну, поговори что-нибудь. Говорю что-нибудь. Колбасы нет, привычной всем. Вот такая вот петличка. Пускай вроде должно работать. Считают деньги. Даже типа сколько здесь, чтобы все видели, что не обманывают. Миллион денег, ровно. Не больше, не меньше, ровно миллион. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Или 13, или 12. Ну, что-то около того. Все дает. Точно. Я же обещал десятку. Да. По карте отправлю тогда. На самом деле нет. Ну да. Тут уже кого сам понимаешь. Да. Ну и потом ты еще 300 заберу все-таки. Значит, 300 типа заберу. Ну что, вдруг где-то там я туда-сюда, ты его понимаешь. 7700 отправлю тебе на карту. Мужик сказал, мужик сделал, да? И, короче, в описании также будет канал стоматологов, ребята, которых я двигаю. Есть мой сайт, чтобы познакомиться со мной. Вдруг у вас свадьба, например, свадьба или какая-нибудь движуха. Я это проведу в Астане, где угодно, с кайфом просто. Да, это будет по бабочкам кусаться, потому что нужно будет еще и за билеты, и за все дела как бы отмаксать. Ну, а там ценник не кусается. Я беру там 50-100 тысяч за свое. Как бы, ну, если у вас есть бабки, платите сотку. Если с бабками борода, полташка. Ну, как бы говорю, как есть, понимаете, блин. Да. Все, мы заканчиваем. Бабусы, вот эти все прячу, все, я как бы был прав. Все, что есть, действительно, все забирай, молодец. Ты мне сделал сегодня шоу. Почему? Я не ответил на вопросы. Ну, да слушай, забей, я их снял, чтобы раздать их людям. Ну, слушай, еще можно же контента напилить. У меня больше вопросов нету. Ну, те же самые зададите. Да, ну, это монтировать все, я уже отснял шоу, как бы хватит. Поэтому забей. Нормально. Все по ништяку. Да все равно не надо. Все. Зачем? Да нет, по-любому надо, забери. Че, у тебя есть бабки лишние? Ну, пока да. Она потом, может быть, не будет. Че, 2000 лишними они не бывают. Понимаешь? Окей. Я уже ментально с ними распрощался. Я их снял, чтобы их отдать. Поэтому, ну че, ты мне сделал передачу, все как бы. Черт. Молодец, молодец, конечно, ведущий. Хорошо. Все, я вырубаю. Ссылка на оригинальное видео мы в описании. Прощаемся. Сейчас что-то еще поснимаем, но это, может быть, будет другая передача на другом канале. Да. Так, ребят, ну что, по традиции, как я уже сказал, ссылка на это оригинальное видео, которое мы смотрели в описании. Ну, мужчина тоже, да, молодец, отдал не сколько, да, заявлено было 10 тысяч, да вообще дело не в деньгах даже, да. Все, что, весь бюджет, который был заложен на этот ролик, он все их отдал казаху, действительно умному казаху, умному. Я по сравнению с ним вообще школьник просто начальных классов. Охренеть, просто такие моменты он знал, которые я не знаю, ну, есть ли среди тех, кто смотрит этот ролик, кто ответил на все вопросы. Я думаю, таких нету. А если есть, то напишите об этом в комментариях. Мы вам, конечно же, просто на слово поверим. У нас нет других вариантов. Блин, ну было интересно достаточно. Достаточно было интересно. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу моей реакции, по поводу всего здесь увиденного и услышанного. Также подписывайтесь на мой Boosty. Давайте я вам покажу. Кстати, Копр Ахмед, кто досмотрел именно до этого момента. Так, Boosty — это такая платформа, где мы смотрим фильмы, сериалы. Вот прямой эфир по Наруто будет. Тут Чернобыль досмотрели, Игра престолов.
6-й сезон на марафоне, 3 серии посмотрели. Ребята, это было просто улетно. Фильмы, сериалы, аниме, Пила 6. Короче, ребят, всех жду в подписчиках на Boosty. Это просто невероятная комьюнити людей по интересам. Тем более сейчас идет акция на уровень каштан, вот самый первый. Там есть 2 дня пробных, бесплатных. То есть зашли, подписались, у вас есть 2 дня посмотреть контент с этого уровня и, как сказать, опробовать на себе, подходит вам это или нет. Если подходит, то, соответственно, остаетесь, подписывайтесь дальше, ну и наслаждайтесь. Короче, как-то так. На этом все. Всем пока, удачи, до встречи.